Здравствуйте, друзья. Анекдот вспомнил. Молодая европейская пара решила детей завести. Ну, все как положено. В первую очередь отказались от презервативов. Там, давай соблюдать все рекомендации. Диета, там, упражнения специальные. Вот, перепробовали всякие позы. Блин, детей нет и нету. Год пробуют, два пробуют, нету и все. Пошли по европейским врачам. Все руками разводят, никак ничем помочь не могут. Эти давай смотреть в интернете, нашли, узнали, что где-то в России, в Сибири живет какой-то знахарь-дедушка, который всем помогает, от всего лечит. Ну что делать? Приехали к нам, забрались в Сибирь, нашли этого знахаря, рассказали ему все, мол, так и так. Блин, все перепробовали, а детей нет. Знахарь их выслушал так внимательно, а потом и говорит: мужики, вы совсем охуели, что ли? Всем пока, всем здоровья и процветания.